Небольшие домики впервые появились год назад на улице Пушкинской и стали своеобразной достопримечательностью. Посмотреть на творческое ноу-хау с удовольствием приходили брещане и гости города над Бугом. В 2018-м формат рождественской ярмарки изменен кардинально. Домики в европейском стиле появятся по давно знакомому адресу – по улице Гоголя. Брестским горисполкомом было дано поручение организовать и предновогоднюю ярмарку по улице Гоголя в этом году тоже на базе деревянных домиков. К 1 декабря запланировано установить до 35 домиков. В настоящее время идут подготовительные работы. Первые домики уже расположились по периметру аллеи. Всего их будет установлено порядка 30. Торговые павильоны теперь будут просматриваться со всех сторон. С боковой стороны домика установлена стеклянная витрина. С обратной стороны домика вдоль дорог будут также еще установлены имитации ставней, деревянных ставней. Ярмарка на улице Гоголя будет проводиться с 1 по 31 декабря с 10 до 19 часов. Рождественские ярмарки откроются в областном центре уже 1 декабря. Ассортиментный перечень приятно порадует берестейцев. По доступным ценам здесь можно будет найти сувениры на любой вкус. Финальный день предновогодних распродаж – 31 декабря.